Активируем наш третий глаз, ну и заодно активируем лобную долю мозга. Для этого делаем из указательных пальцев вот такие вот крючки. Большие пальцы ставим на скулы и начинаем от центра лба, будто бы раздвигать наш лоб, открывать наш третий глаз в стороны к вискам. Сделаем это упражнение раз 10-12. Повторим это действие. Делаем довольно плотно. Помимо прочего, это упражнение еще способствует тому, чтобы разгладились морщины на лбу. Но это скорее как побочный эффект от упражнения.